Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Берик, и сегодня мы будем делать ставочки на сайте csgojackpot.net. В общем-то, самая типичная лотерея по CSGO, конечно же, много есть лотерей, и это мне привлекает своей, так сказать, простотой. Кстати, смотрите, чувак выиграл 1271 рубль с практически 8% шансом, окей. Давайте... Так, ох, все, чувак залетает. Ну да, конечно, 8 рублей это не сильно много. Сегодня в моем распоряжении есть несколько пушечек. Так, давай грузись ты, мой дружок, инвентарь. Что он поставил? Ну, он, да, полное Г поставил, так сказать. Сейчас мы это можем ожать. Так, поверхностная закалка, немного поношенная, кстати. Сколько она стоит? 5 долларов, ничего себе, это 2 доллара. Ну, 0.3, кстати, какой минимальный депозит у нас там? Ну, 5 рублей, отлично, можно даже не париться. Давайте, а по вещам 15. Окей, у меня сейчас идея, я сейчас сделаю тупо из кейсиков. Ого, ого, пацаны, никаких кейсов не будет, я сейчас сделаю даже звук. Лучок я сделал потише, я закидываю вот это я закину. Я не знаю, ребят, что я еще закину, наверное... Давайте, нет, все-таки кейсиков позакидываем. Кейсиков, да, кейсиков мы позакидываем сейчас. Давай, влетай, чувак, влетай. Сейчас, кстати, засечем, за сколько влетит. Так, все, минута 25 у нас там. И здесь у нас... Так, что он поставил? Ну, в принципе, а, он Shadow Case поставил, ага. Ясненько. Так, минута 25... Мы засекли, уже 12 секунд прошло. Ох, отлично, я внес. Сколько я внес? Ну, нормально, я так внес. Блин, давайте еще. За 20 секунд примерно отправлять стрейт, я так понял. Окей, тогда мы сейчас закидываем с вами. Я не знаю, что я этого берета не хочу. Давайте две наклейки поставим, а не на доллар. И вот так вот еще. Так вот давайте. Все. Все, пожалуйста, давайте залетаем, пацаны. Блин, я по предметам сколько там? 8, вроде бы 15. Фух, 15, у меня 50% шанс, ребят, 50%. Что я тут могу срывать? Ну, в принципе, говнецо в основном. Вот этот мой юспик тут хорош, ну, гадюка, полное говно, ребят, ненавижу гадюку, очень ненавижу. 20 секунд. Так, ох, ёб твою. Статрек завода. Сыворотка. 1500 рублей он стоит. Окей. Посмотрим сейчас на наш проигрыш, ребят. Зашибись, пацан так залетел под конец. Если я выиграю с 10% шансом, это будет просто что-то нечто. Потому что я не знаю. Так. А, звук идет, я, ребят, закрою рукой, чтобы не смотреть, я честно закрою. Так. Я открываю. Блин, пролетел. 0-0-1? Число раунда 0-0-1. Если 0-0-1... Чё? Я же должен был выиграть, если 0-0-1. Не понял. Да, ребят, я пересмотрел. Число раунда было реально 0-0-1. Я должен был выиграть просто на изи. Даже должен был выиграть чувак, который поставил пару кейсов. У него был шанс реально процентов... Процента 2, наверное. И он должен был затащить. Ну, блин, ну как так-то? Давайте реально просмотрим вот история. История всей игры. Вот. 82% у этого чувака. Я что-то не... Ну, как там ее выбрать? Ну... Блин, вот... Странно. Окей, ладно. Нельзя выбрать, к сожалению, но... Ладно. Окей, ребята. Окей. Тут у нас идет уже ставочка. Суммарно, на, ну да, 60 рублей. Это не сильно много. Давайте мы сейчас подкинем кейсиков. Подкинем вот так вот кейсов 10, наверное. Вот. И залетим еще в конце с 5-7 поверхностная закалка. Такс. Ой, скрипучий стул тут как раз. Отлично.
Отлично, отлично, может даже... Блин, я даже, ребят, если честно, не знаю, мне сильно так особого дропа нету, но... Да, есть петух, давайте сейчас петуха закинем. Чисто ради интереса. Вот, и сразу же еще закинем 5-7. Потому что вдруг какой-нибудь чувак влетит там на всякий случай. Так, вот. И сразу же я отправляю еще трейдик на поверхностную закалку. Да блин, давай загружайся, ты скорее, ты чё? Блин. Ну? Да ё-моё! Ты чё не грузишь? Офигеть, ребята. Да. Все, я не сделаю... Ой, ударил нечаянно по микро. Не сделаю я больше ставку, но это я, наверное, оставлю уже на следующий, так сказать... Раунд сейчас я сделаю тупо вот так вот из кейсов опять. И у нас уже идет розыгрыш. Да, принимаю с последней ставки. Игра окончена. У меня процент 65%. И по сути я должен победить тут вообще на изи. О боже, как это я так победил, ребят, да? Да, окей, я победил, конечно же. Сейчас же я отправляю трейд. Мне уже пришел трейд. Вот он, вот он, вот он. Так, тут мой петух. О, Жернов. Отлично, ребята, у нас сейчас появился дропчик, на котором мы можем поиграть. В принципе, это очень и очень даже хорошо. Так, ё-моё, вот бись такая фигня, когда нажимаешь подтвердить, потом прогружается предмет, и тебе опять заново надо нажимать. Мой петушок, главное, вернулся, ребята, он реально очень красивый, кожа. Стоит всего лишь там 2 доллара. Так, 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 так. Ну, и чё? Ты принимаешься? Отлично. Так, я думаю, оно примется. Мой трейд. Что с моим трейдом, кстати? Так, это не то. Ну, блин, пока оно примется, тоже, конечно, пройдет время. Сейчас мы посмотрим, кстати, насчет кейсов. У меня кейсы-то отправились или нет. Они, походу, не отправились. Ну, давайте чисто ради приличия вот так, что ли, сделаем. Потому что что-то мой... А, трейдик не отправился, да, ребят, я люблю скрипеть на своем стульчике. Ну, блин, давай, принимайся, чувак. Ладно, ждем, наверное, пока наша ставка влетит. Да, влетает, это значит... А, нет, это та, которую я закинул. На 25 рублей, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 кейсов. Я закинул еще 4. И у меня остается одна пушка, я думаю, мы сыграем этим 5-7. Блин, да ты заколебал, ты чё не принимаешься-то, а? Вообще офигел, ребят. Окей, все, ждем народ. Вот, кстати, уже залетел, у него 57%. И ты можешь, твою мать, приняться или как? Пожалуйста, мне нужны вещи для игры. Ну, я думаю, блин. Короче, пока оно принимается, пройдет, ребят, 300 лет. Я сейчас опять закину свой 5-7. И вот он. Да. Деточка, какой 5-7-то. Так. Все, я отправил. И жду, пока принимаю за этот трейд. Да, конечно, это очень долго. Пекарем, так сказать, отправляются долго трейды. И залетает мой 5-7. Да, 318 рублей. Отлично, у меня 91% перебил этого чувака. Но все равно там по-маленькому, так сказать. И у меня, ребят, не настолько много дропа, чтобы я играл по-крупному. Потому что я весь свой, так сказать, инвентарь продал. Потому что у меня сейчас нету особо, так сказать, возможности пилить видосы, чтобы у меня там всякие люди пиар заказывали. И поэтому я сейчас начал все продавать, собирать на поиску к Жеке. Там предметы появились, да, ребят? Предметы появились, отлично. Ну вот, потому что, кто не знает, я еду к Женьку, так сказать. Вот, пока, ребят, там вся вот эта, так сказать, заваруха из времени, давайте мы пока сделаем контрактик чисто вот так вот на Абу. Все будем делать. Такс, обмен. Вот так вот, и нам вылетает XM вороненная сталь. Блин, дробовик, конечно, фигово. Так, здесь мы не можем сделать, здесь мы тоже не можем. Ну, все, не можем. Мы сделать залетаем. Да твою мать, ну почему? Почему опять залетает этот чувак? Ребят, если будет число рано где-нибудь в начале, это будет просто отлично, но это не факт, что оно будет в начале. Я просто просру сейчас. Ой, зашибись. 1500, ну блин, чувак топит только своим этим юспом. У меня 20%, я опять-таки, ребят,
Сажусь поаккуратнее на свой стул, закрываю рукой. Опять видите, число раунда 0-0-1. Что-то неправильно. Число раунда работает у этого пацана. И, ну, да. 0-11 число раунда. Вот видите, 0-11, какого хрена выигрывает пацан, который поставил твою мать в конце. Вот я просто не понимаю. Ладно, ребят, давайте мы сделаем, наверное, последнюю ставочку. Последний раз сыгранем. Я буду уже играть с этого ширпа, так сказать. Так. Ну, в принципе, да. В принципе, вот так. А мы сделаем ту поставку в самом начале. Вот, да, как раз 15 предметов. Там уже пацаны влетают на 65 рублей. Всякого армейского, так сказать, говнеца. И мы сейчас влетим на сколько? На доллар 20, это примерно 80 рублей. Вот. И. Ну, блин, конечно, топпер такой офигенский. Да, примерно на 80 рублей, ребят, я влетел. Все, в принципе, я не могу, максимум предметов 15. Вот, да, я вложил в игру 15 из 15. И сейчас тупо ждем, потому что надо как-то... Не знаю, отжимает, ну блин, залетит опять тот чувак, и я хз. Вот давайте нажмем топ игроков, и вот 100 путов эта вишенка будет в топе. Вот я просто фангую, нафиг я вообще зашел на этот сайт. Топер, блин, долбанный. Ладно, такс. Давайте, топ игроков. И... Может так хотя бы как-нибудь откроется. Потому что что-то... Что-то, да, что-то не варит мой интернет, хотя вроде даже новый подключал. Окей, 50 секунд, ребят, до конца. Я просто в отчаянии, пишет то, что число раунда 0-1, но, к сожалению, число раунда какое-то вообще уже фиговое. Так, сейчас на сайте 22 человека. Так, окей, это загрузилось. Вот. Топ. Тут этого чувака тут нету. У топа 122 тысячи, нифига себе. Давайте, можете, блин, его трейд никак не просмотреть. Залетает чувак на 22 рубля, да. У нас остается 20 секунд, в принципе, до козы у нас 20 секунд. Это какая, после полевых? Да, филд-тест, это после полевых. И давайте, блин, история. Кто у нас вообще побеждал, с каким процентом? Насколько? Ай, окей. Секунда до конца, мне 26%, но, как видите, тут не особо уже большие ставки, но ладно. И? Число раунда 0.07, что? Какой-то джекпот победил. Кто вообще победил? Что с этим сайтом, ребята? Я так понял, что победил тот чувак, у которого... Погодите, победил чувак, у которого был шанс меньше, чем у меня? Что? Мне трейд, может, отправился или нет? Блин, не туда нажал. Нет, ребят, трейд мне не отправился, конечно же, к сожалению, но... Давайте, история. 4%, ребята, твою мать, 4%, я просто в офиге. Ну, я, конечно, офигел, я еще офигел от того, что я не забрал вот этот вот лут, потому что было 0.01, там просрал свой юспик, да, хотя бы у меня в инвентаре что-то, я думаю, осталось. Итак, где-то мой инвентарь, блин, вот он, инвентарь. И 92 предмета, ну, петух кожа осталась, долбереты остались, ну, иглок, реактор, конечно же, остался. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, конечно же, играйте на этом сайте, ksgojackpot.net, ссылочка будет в описании. Я говорю, всем спасибо, всем удачи, всем пока.